В любом крупном российском городе имеет место центральный парк культуры и отдыха. Есть он и в Рязани, и ни для кого не секрет, что это излюбленное место горожан. Огромные зеленые территории, асфальтные дорожки, новые лавочки, детские площадки, в общем, полный комплекс. В прошлом году власти города даже предприняли попытку отремонтировать ЦПК и ООО. Но, как мы видим, этого оказалось недостаточно. И если центр парка еще можно назвать красивым, то на периферию в одиночку лучше не соваться. На самом деле, солнечным пятничным утром в парке было весьма оживленно. Мамы и бабушки с колясками прогуливались по тропинкам, студенты сдавали спортивные нормативы. Ну и другие любители свежего воздуха заполонили пешеходные дорожки и площадки. То, что центральный парк в последнее время стал значительно чище, опрятнее и красивее – бесспорный факт. И это подтверждают и сами его посетители. Стало намного лучше. Тут все ходят довольные, катаются, дорожки. Мы очень рады, что парк преображается. Получше, конечно, чем в прошлые годы, но недостаточно. Я довольна стала. Очень чисто, хорошо. Гулять по задворкам старых внутрипарковых строений недалеко от Рюменского пруда даже в такой солнечный денек было с одной стороны любопытно, а с другой некомфортно. Кстати, густая лесопосадка скрыла за собой старый кинотеатр под открытым небом. И сразу же возник вопрос. А почему же сегодня в месте, отдаленном от жилых домов и проезжей части, нет этого кинотеатра? Почему не сохранили? И решили узнать у прохожих, чего же им еще не хватает в парке, чтобы они здесь хотели увидеть. Ну, может быть, каких-то детских развлечений немножко. Очень дорого, конечно, вот 100 рублей за одно катание. Не знаю, так очень красиво. Клумбочек еще бы разбить. Ну, как по-вашему, вообще соответствует парк своему названию? Да. Соответствует сегодня. Мы его любим и очень рады, что им занимаются. Мне кажется, каких-то детских больше нужно комплексов. Вот сделали новый. Мне кажется, нужен такой же, только детский. Есть же сейчас такие специально для маленьких, потому что очень много, я так думаю, из детских садов привозят и гуляют на больших. Как бы, а детям это как бы и небезопасно. И, вот. Ну и побольше, как бы, я не знаю, чего-то для отдыха и уборки, потому что, ну, вот я хожу вот здесь вот, ну, вообще, конечно, грязно, ужасно. Главное, чтобы вот сделали вечером, пусть открыто, не закрыто кинотеатр, вот, и вот вечером куда пойти нам? Пришли, посмотрели фильм, а то обычно там вот объявление в городском парке, там, представляете, куда идти, всякие мероприятия в основном. Но вот здесь бывают, ну, только изредка. Кстати, недавние сообщения о том, что парк в скором времени планируется закрывать на ночь, чтобы недобросовестные горожане не имели возможности разрушать то, чего в ЦПК ИО и так в дефиците, официально пока не подтвердили. И все же стоит задуматься, что не только органы местного самоуправления не смогли сохранить былую красоту и этого прекрасного зеленого места, но и мы сами не только не сберегли, но и продолжаем портить, поганить, загрязнять и захламлять.